У маленьких жителей Щелково замечательное торжество. Детей и их родителей депутаты городского округа пригласили на новогоднее представление в Центральный дворец культуры. А кто на новогоднем празднике самые ожидаемые гости? Ну, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Они предлагают всем танцевать возле великолепно украшенной елки, водить хороводы, отгадывать загадки. У всех прекрасное настроение. С наступающим Новым годом! Желаю счастья и здоровья! Я хочу, чтобы все семьи были богаты. Чтобы исполнились все желания у людей. Родителей и детей с Новым годом поздравили организаторы праздничного представления. Новый год – это время чудес, волшебства, сказок, добра и подарков. Мы очень хотим, чтобы в Новый год все ваши мечты и желания обязательно сбылись. Детям показали новогодний спектакль. В нем, пусть и не сразу, после всевозможных волнений и приключений, из царства Кощея Бессмертного удалось освободить снежную красавицу. И, конечно же, в фойе Дворца культуры всех маленьких гостей ждали подарки. Их им раздавали сами депутаты. Сладости и новогоднее настроение. Что еще надо ребенку для радостной встречи главного праздника года? Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.